Palácio de Versalhes, em Paris, e no Museu do Louvre, uma situação que se tem... Bonjour. Мы опять... Ты где? Мы опять куда-то едем. Я не знаю, зачем. Я не знаю, что из этого получится. Сейчас полетим. Сигналы Давида. Что ты с корабля на бал? Бонжур. Куда приехала Данька? В Африку. В Африку. В Африке большие и злые крокодилы. Пойдем на кладбище. А что не в цирк? Здесь кладбище Монпарнас. Там хорошо. Куда? Ехала и приехала. Приехали на кладбище. Ты серьезно? Мы пошли. Пошли. Здесь уже осень. Мы пришли. Хорошее начало. Да. День первый. Супер здесь. Атмосферка. Самые добрые люди на свете здесь. Смотри, как круто. Здесь так спокойно. На самом деле, хорошее начало путешествия, потому что... Живи, думая о смерти. Живи, да, думая о смерти. Вот сегодня мы есть, завтра нас поэтому нет. Поэтому цени каждый день. Блин, какая... Да, собачка. Это с собачкой. Цени каждый день. А люди не ценят и делают какую-то ерунду. Да, пес? У нас тут пес. Ну что-то, охраняет своего пес. Хозяина. А люди не ценят жизнь. Неизвестный солдат. Да. Ну как, кстати, он там звезда, значит, какой-то масон, наверное. Посмотри, какие ленты с флагами. Я не знаю, кто это. А вот тоже мавзолейчик. Да. А вот это посмотри с черепами. Где? А вот смотри. Я не знаю кто, но еще и соградка с черепами. Круто, кстати. На 10 лет младше дедушки Славы. Люди странные пришли такие с рюкзаками, снимают кладбище. Пьер Ларус. Крец. А, Танька нашла. Рикардо. Не, ну супер. Веселенький котик. Веселенький он был. Да, даже не видно какого года. Нет, нет, не поздно. Сентябрь 89-го. Этот, конечно, супер винтажный. Непонятно, кто и что. А Патрик тоже просто с квадратиком. Бесконечное кладбище. А вон Джессика, давай я отправим. Кстати, ориентир
это башня Монпарнас. И кладбище тоже. Одноименное. Не знаю, будет видно Энри Лоуренс. Тоже очень красиво. И Таня. Александр Алёхин. Чемпион по шахматам. Ну вот он на Монпарнасе. Обра де арт. Настроение. 2024. Я нашел руки. Роберт Тибьер и Петрелоу. У меня французский так себе, поэтому читайте сами. 2001 год, 2012. Ну супер. Слушай, я так давно не видел такие деревья, как в России. Желтая, красивая. Настоящая осень здесь. Вот они, саудады. По таким вещам. Да. Хорошее было место. Рекомендасив. Ну что, нашли. Смотри, какая шикарная квартира. И район обалденный. Мы где-то вот там вот сейчас будем. Сейчас посмотрим. Мы нашли наш дом. Рум-тур. Обманщица. Та-дам. Заходим. Бонжур. Бонжур. Тут у нас вот черемуха цвела. Кухонька. И вот она квартира. И вот она кухонька. Париж, Париж. И вот она кухонька. Вот. Слушай, какой вид. Смотри, какой вид. Я не знаю. Не знаю. Супер. Там какая-то церковь. Если будет революция, можно сесть спокойно и наслаждаться этими видами. Ё-моё. Супер. Ну и, конечно, стройка, потому что как же без стройки? Нет, никак без стройки нельзя. Люди классненько живут там внизу. Какие дворики у них красивые. Тут у нас еще view 360. Ну, как-то вот так. Тут у нас банейру. Ничего особенного. Bedroom. Мама дурмир. Feels like home. И там у нас... Си, сеньор. Приехали. А я тут нашла одеяльце, покрывальце. Довольная? Да. Ну, хорошо. Посмотри, какой стульчик. Короче, вот мы сейчас снимаем на нормальную камеру. У нас там кто-то дрелит. Satisfaction. Ну, не важно, потому что важно вот что. Вот у нас тут есть Чебурашка. И давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. Ну, все бы ничего, но там, как всегда, у нас что-то там вот у нас какие-то достопримечательности. Париж — это вот эти крыши. Вот эти крыши. Во мне гид еще не проснулся, поэтому просто снимаю все, что происходит. Хозяюшка. Слушай, все очень винтажное. Винтажно, да? Красиво. Глянь, какой стул. Этот стул Бонапарта Третьего. Он, посмотри, да, и с клепочками, и вообще, ну, тут красота. Даже есть... Иди сюда. Эти увеличительные стулы, блин. Это как, скажи, тут нормально. А тут нормально видно. Ничего а не тут видно. Мой кругленький, как GoPro. Гулять. Не перегулять. Не чинь-чинь. Все, погнали, уходим в сосиски. Район супер. Я балдею. Но у нас, конечно, без стройки никак не обойтись. Вот этот ненормальный человек хочет, чтобы мы вот сейчас поэтому поднялись вон туда.
вообще. Ола. А вот какая-то церквушка. Она говорит, посмотри, какая-то игрежа там. Мы пришли, а тут сакрикер. Губа не дура. Вороны знают, куда нас вести. Знает, куда вести. Тяжело. Тяжело. Вон там друзья у нас. Что-то такое похожее на бильярд на песке. Да, ножками, ручками. Супер. Это... Как она? Socializing. И опять сакрикер. Моим соседям на заметку. Если будете царапать машину дальше, так вот ее покрашу. И можно будет бесполезно ее царапать. Кто-то там, походу, снимает какой-то фильм на дроне. Да. Да? Все, дрон там серьезный. Вид из парка. И там у нас кто-то фильм снимает. Жесть просто. Я балдею с этой осени. Вот эта трава, я не знаю, как называется. Вот это. Это вот прям Краснодар, Краснодар. Прям как вот у нас дома было. Кайф. Веселое у нас время, да? Ой, блин, забыла, как это по-русски. Георгин. Георгин. Это георгин, и мама любила, но она любила красные. Но это, глянь, какие они нежные, красивые. Это чайный георгин. Чей любимый цветок? Бабушки Саши, моей мамы, твоей бабушки. Вот мы нашли георгин в Париже. И скоро у бабушки день рождения. Она этот цветок всегда распускался на бабушкин день рождения. И бабушка Лида, моя бабушка, это твоя прабабушка, она тоже любила этот цветок. Ну вот мы его и нашли. Запомнили георгина, сакрикер. Что происходит? Я не успеваю. Это дикие яблоки. Это... Разве? А, да, маленькие. Раечка, раечка. Все, раечка, пошли вот дальше. Вот она яблоня, вот глянь какая. Яблони цветут. Слушай, я никогда не замечал, насколько красивая верхушка у сакрикер. Крест, орлы и ангелы. Человек просто, там рекламу снимают, не дают пройти. А человек паровозику радуется. Все, нашла свой паровозик. Все как всегда. Как тебе видон? Классно, ты рилс мне не записал. Извините. Вернулись на нашу улицу. Монмартр. Наших встреч с тобой. А меня морти. Танька, уйди отсюда. Димка любит лаванду. Снимаю. Пошли. Нам сказали, что это самое лучшее место. Раз сказали, значит идем. Сказали, о, есть трон.
Танька, срочно сюда. Блогеры идут в церковь. Пошли. И вот как она называется. Читайте сами, я не могу произносить по-французски ни одного слова. Не обратил внимания на двери. Супер. Мы здесь были недавно. Здесь были картины, а сейчас они сделали ресторан. Да, называется. А также как и называются все в принципе здесь. Да, богема. Бим-бимбо. Си, сеньора. Вперед. Пойдет, отлично, хорошо. А вот, кстати, знаменитое кафе La Maison Rouge. И метро наше тоже так называется. Мы сейчас заметили, что у них кухонька маленькая там такая на втором этаже. И надо будет сходить сюда, кстати. Все меню очень классное. Зевач ты. Сладенько. Устала. Таня, пришли это. Смотрите, какой отсюда классный вид. Вот там кладбище, на которое мы как раз ходили, да? Как тебе кладбище? Хорошее. Красивое, спокойное. Subscribe my channel. Мы взяли. И завязали. Первый французский too good to go. Вроде там все ок. Если пока тебя не задавили. Но мы сейчас пойдем домой и будем смотреть. Ок он или не ок. Ну и пробовать, конечно. Да, мы уже идем обратно с едой. А наши друзья... В том же составе. Все у них там хорошо. И у нас все хорошо. Это будет еще лучше, когда мы дойдем до дома. Потому что ноги уже болят. Объясните мне, знающие люди, почему у нас есть нулевой, первый, второй, третий и потом пятый, и нет нашего четвертого. Где четвертый? Все, наорал. Ула! Как хорошо дома. Даже если это дом. Неделька. На, держи. Это чудо-магазинчик Starbucks. Там у нас есть... Та-да-да-дан! О, это вкусно. Cinnamon Roll. Там у нас есть... Вот. 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 Ну, вот. А что с такое? Беком, сыр и бутерброд. Это еще такой же, только теперь кругленький сыр. А, еще один сэндвич. Сделай, короче, как блогеры вот так вот, знаешь? Да. Нет, подожди, они так кладут. Они показывают что-то и руку кладут сзади, чтобы камера сфокусировала. Не знаю, зачем. Чтоб размер было видно. Вот моя рука вот так. Видели? Да. А вот это видели размер? Пумба. Все. Пумба. Дальше. А дальше вот такая коробенция. И в этой коробенции... А, там чизкейк, я знаю. Чизкейк. Ай, отлично. Это хорошо. Самое главное, это шампанское. Да. Отлично. И теперь у нас будет сладенький. Здравствуйте. Сладенький. Я балдею с этой вишты. Просто. Вот там молодцы. Там не очень.
А вот это вот просто милота. Ну, Париж, ну почему ты такой красивый, да? Ну, там церквушка какая-то у нас. Непонятные здания высокие. Жиши домов. Мы уже знаем, что у нас сзади достопримечательности. Вон там Сакрикер. Где-то между вот этими зеркалами и за стенами там Сакрикер. Ай, супер просто. Розе французский. Угу. Вкусненько. Все, как у тебя микрокухня или как она там? Нано-кухня. Нано-кухня. На-на-на-на-на-на-на-на. Пам-пам-пам-пам. Амоне кукерене. Когда привез маму в Париж, она блогер. Это наш ужин. Все рассказал. Игнори ее. Игнори. Мы пьем розе. Шпуманты розе. Франция. Привезли из Португалии. Подожди, вот подожди, эту подожди, пробу. Подожди, подожди. Подожди, теперь открываем. Вот эта штучка железная называется мюзле. Я боюсь. Just Ой. Dance. Та-ра-та-ра-там. Как будто я хочу его взорвать. Может быть, его... Бумс. У меня все получилось. Наливай. 15 лет сама. Наливай. Уже 18. Уже 18. У меня год за два. Ти, сеньора. Да, там она сейчас уставшая. Вот спасибо. По камере не фокусируется. Уже лучший блогер. Давай. Пахнет хорошо газировочкой. Фелиш Натал. Фелиш Натал. Это то, что я хотел. Это... Сидра яблочная. Супер. 3% алкоголя. Уходим. Yeah. Тепло, уютно, удобно. Там у нас Париж. И здесь красивее. Смотря красивее. Красивее. Смотря в каком районе. Вот здесь в районе. Да, на Монмартре неплохо. На Монмартре замечательно. Вот в таких местах Сан-Денис очень печально. А в Сан-Денис там не очень. Единственное, что ты выйдешь на улицу, и там тебя, продадут очень, на органы. Очень-очень невесело. А здесь тебя не продадут на органы. А здесь спокойно, здесь тебе здесь вот красиво, нальют здесь шампанского. Угу. И дадут волосатые подушечки. На которых ты не будешь спать. Кучерявые, чебурашки. Чебурашки, да. Зато вон красота. Ну и короче, арт. Выбирайте. Но. Надо, да, потому что надо 18. Не, так не очень. Ну так хорошо. Так еще лучше. Я поменял локацию. И я хочу запомнить этот момент очень коузи. Вот этот диван просто божественный. Кто вообще ту лампу купил, дай бог тебе здоровья. И повесил вот эти штуки. Ну, блин. Ну, блин. А ну-ка, расскажи, кто сжег покрывало. Я сожгла покрывало. Подожди, я иду к тебе на помощь. Не надо, на помощь. Таня, тебя снимает скрытая камера. Хорошо. Что случилось? Ты нормальный человек. Что это? Кровь. Кровь. Ягненка, блин. Что ты сделала? Да здесь все хорошо. А, все, я нашел. Вот у тебя тут. Нормальный ты человек. Нормальный ты человек. О, у тебя все получается. Вот так вот мы варим рис, да, Танька? Да, и жарим покрывало. Короче, пока мы пили и жарили одеяло... Ай. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. А ну, стой, пониже так. О, другое дело. О. Да, друзья, вот скажите, вы нормальные люди вообще?